сегодня в эфир канала ТНТ вышел долгожданный последний выпуск шестого сезона шоу «Холостяк». До финала дошли две совершенно противоположные девушки – Виктория Короткова и Дарья Клюкина. Егор Крид сразу заявил, что испытывает чувства к обеим участницам и выбор, который ему предстоит сделать, один из самых сложных в его жизни. Даша – это человек, с которым либо очень хорошо, либо очень плохо. Вика – это спокойствие, плавно прогрессирующий вверх, отметил 23-летний певец. Первой на последнее свидание с холостяком в рамках шоу отправилась Вика. Девушка пригласила рэпера в пустыню, чтобы прокатиться на баге. Выглядела при этом модель сногсшибательно, в бикини, шортах и топе-сетке. «Просто хочется максимального сближения с Егором», — пояснила Короткова. Егор Крид «Холостяк» не скрывал своего восторга от свидания в целом и от поведения Вики в частности. «Пригревало солнце, рядом сидела Вика. В этот момент я был абсолютно счастлив. Сегодня впервые за весь проект Вика показала свою искру и за один день перевернула все вверх дном. Обстановка была настолько романтичная, что молодые люди не удержались и поцеловались». Далее Крид отправился на ужин с Коротковой. «Поскольку у меня есть восточные корни, я знаю, как правильно ухаживать за мужчинами», — сказала Вика и начала. «Мыть Егору руки». Холостяк был потрясен и впечатлен одновременно. «Это очень приятно, когда о тебе заботятся», — отметил Холостяк. Далее между влюбленными снова вспыхнула искра, и они уединились в спальне. Правда, до самого пикантного дела так и не дошло. Егор заявил, что, если между ними произойдет интим, он не сможет пойти на свидание с Дашей. Кадры с последнего свидания Егора и Вики. На следующий день Холостяк отправился на встречу с Дарьей Клюкиной. Девушка пригласила Егора полетать на гидроплане. Во время свидания Крид снова высказал Клюкиной свои сомнения по поводу нее, но в то же время вел себя с Дашей очень нежно и трепетно. Уединившись на ужин, Егор и Даша заговорили о прошлых отношениях. Клюкина применила весьма сомнительную тактику, начала рассказывать о том, как из-за нее страдали парни. Рэпер не стал скрывать, что ему не понравились истории, и отметил, что не хочет оказаться на их месте. Актриса начала оправдываться, и под милым напором девушки Холостяк не удержался. Егор и Даша долго и страстно целовались, пока певец не сказал, что ему пора уходить. Перед моментом хай Егор Крид поговорил с ведущим шоу. «Этот проект помог мне не бояться и любить. Я стараюсь быть максимально решительным, но есть волнение. Почему именно Вика и Даша? Это было понятно уже давно. Про Вику я после первой встречи подумал, что с ней у меня может что-то получиться. А с Дашей я сблизился после первого свидания. Да. Первый наш день в Барселоне, умерла одна из моих поклонниц, и я почувствовал, что из всех девушек я смогу разделить это горе только с ней», — объяснил Егор свой выбор финалисток. Первый в свадебном образе перед Егором предстала Виктория Короткова. «Мы с тобой пережили очень классные эмоции вместе, и они реально ценны. Я ни в коем случае не хочу, чтобы ты исчезала из моей жизни. Я помню все то время, проведенное вместе. Мне недавно сказали, что для того, чтобы определиться, мне нужно закрыть глаза и представить, по кому бы я больше скучал, если бы одной из вас не стало.
И я понял, что, как бы сильно я не хотел сейчас взять и подарить тебе это кольцо, к сожалению, я этого сделать не могу. Я не знаю, что больше сказать. Я просто хочу извиниться, что втянул тебя в такую ситуацию. Я сам не хотел в ней быть, заявил холостяк и, уткнувшись в плечо Вики Коротковой, заплакал. Виктория Короткова и Егор Крид, девушка, тоже не скрывала эмоций. Слезы текли градом из ее глаз. Не извиняйся. Я просто хочу быть рядом, лишь сказала Вика. Молодые люди еще долго, обнимаясь, стояли на крыше. После того, как Короткова уехала, Крид долго не мог успокоиться и даже попросил убрать операторов. Тяжело от того, что тебе удалось полюбить человека на проекте, а с любимыми всегда сложно расставаться. Я видела, что ему тоже было сложно. Но, несмотря на его выбор, он не стал для меня плохим. Я испытала абсолютное счастье рядом с этим человеком и рада, что он появился в моей жизни, поделилась впечатлениями Виктория Короткова. Далее к Егору Криду приехала Дарья Клюкина. Для меня ты, человек-волна. Ты постоянно меняла о себе мнение. Спасибо тебе за всю эту бурю эмоций. Самое главное, что ты меня взбудоражила. И из того частого Егора получилось что-то, что может чувствовать. Я уже не могу контролировать то, что внутри меня. Спасибо, что смогла мне довериться. Спасибо за твои чувства. Я не знаю, что я бы без тебя делал на этом проекте. И именно поэтому это кольцо твое, сказал холостяк и вручил Даше заветную красную коробочку. Я самая счастливая. Наконец-то не придется тебя делить с другими девушками, ответила победительница. Дарья Клюкина и Егор Крид. Егор выбрал Дашу из 25 претенденток на его сердце. Егор и Даша, читайте также. Голосуем, кто станет героем 7-го сезона шоу «Холостяк». Что стало с участницами 6-го сезона шоу «Холостяк»? Как изменилась жизнь девушек после проекта? Егор Крид уверен, что зрители будут скучать по 6-му сезону шоу «Холостяк» с его участием.